Создатели Центра по борьбе с дезинформацией дезинформируют. Депутат ПАС Анна Раку в соцсетях пугает молдаван, живущих за границей, тем, что они не смогут вернуться на родину. А ее коллега Раду Мариан сообщает о том, что оставшиеся в стране граждане не смогут свободно передвигаться по европейским государствам, если Майя Санду проиграет. Депутаты от ПАС, создавшие Центр по противодействию дезинформации, сами же распространяют ложь. Парламентарий от правящей партии «Действия и солидарность» Анна Раку в своих публикациях в социальной сети пугает граждан Молдовы, проживающих за рубежом, тем, что они не смогут вернуться на родину. «Дорогие наши молдаване, которые в поте лица трудятся за границей и которые инвестировали в квартиру или дом в Молдове, подумайте о том, что однажды могут закрыться границы, и вы не сможете ни вернуться в свой дом, ни увидеть родителей или прийти с цветами на их могилы. Выбираем свободу и мир. Голосуем за Майю Санду. Спасем Молдову», написала Раку в группе «Salvează un vot» «Спаси один голос», созданную в Фейсбуке сторонниками действующего президента. В комментарии под этим постом Анны Раку одна из пользователей написала, что не слышала подобных страшилок со времен Воронина и задала депутату от ПАС вопрос, от кого она призывает спасти Молдову? От нынешней власти? В другом комментарии говорится о разочаровании заявлениями Раку, не только преувеличенными, но и манипулятивными. «Выступать публично с подобными утверждениями, чтобы повлиять на общественное мнение, недопустимо и недостойно депутата», написала другая женщина. «Есть хоть одно государство с закрытыми границами? Что за страшилки вы распространяете? Вам не стыдно?» – спросил Анну Раку другой пользователь. «Перестаньте вешать свою лапшу. Депутат должен заниматься своим делом, а не сидеть в интернете и писать глупости», – продолжила еще одна женщина. И депутат ПАС Раду Мариан, похоже, оперирует фейками. По его словам, в случае победы Александра Стояногла, Республика Молдова снова станет непривлекательной, и финансирование со стороны Запада и Евросоюза существенно сократится. И мы останемся со школами, больницами, дорогами, отремонтированными за счет ограниченного госбюджета. Есть риск сокращения количества рейсов и подорожания билетов, отсюда и меньше возможностей путешествовать. Есть риск того, что свободное передвижение наших граждан в европейские страны находится под угрозой, а наиболее способные молодые люди уедут из страны. Мы рискуем, что европейский рынок для нашей продукции резко сократится и нам некуда будет экспортировать. Люди, способные внести свой вклад в развитие страны, медленно, но твердо переориентируются на другие страны, предлагающие перспективы для их детей. Те, кто задумывался о возвращении, непременно откажутся от этой идеи. На фоне такого исхода в стране может не остаться достаточного количества людей, чтобы математически сохранить демократию и суверенитет, написал депутат правящей партии Раду Мариан. На вопрос Пятого канала, зачем ей и другим создателям Центра по борьбе с дезинформацией распространять ложь, депутат ПАС Анна Раку ответила, что не занимается этим, а лишь высказала предположение. Исполнительный директор Ассоциации независимой прессы Петру Маковей, запустивший с рядом НПО кампанию по предотвращению ложной и тенденциозной информации «Стоп фалс», отказался от комментария после того, как наш корреспондент предупредил его, что разговор записывается. У него мы хотели спросить, принадлежат ли эти заявления депутата правящей партии. Также за реакцией по этому поводу мы обратились в Центр по противодействию дезинформации, чтобы выяснить, не квалифицируют ли там слова Раку как лживые, если да, то какие меры может принять Центр для пресечения распространения фейков со стороны депутатов от ПАС. Но директор этой структуры Анна Ревенко попросила перезвонить позже, а затем и вовсе не ответила на звонок.